Дорогие сотрудники Саратовского онкологического областного диспансера и вообще врачи-онкологи, да и вообще врачи, медики, сестры, я поздравляю вас с Днем медицинского работника. Это наш праздник. Мы в этот день чувствуем еще большую ответственность за то, что мы делаем. Еще большую радость от того, когда нам удается людям больным помогать. У вас специальная служба. Вы, ребята, непростые. Те нозологические формы заболеваний, с которыми вы имеете дело, это непросто. И это очень ответственно. Я желаю, но вы достигли уже и достигнете, уверен, очень больших успехов в лечении онкологии различных органов. Я вас поздравляю. Хорошего настроения, доброго вам самим здоровья, прежде всего, и вашим близким. И, конечно, соответствующего отношения к государству, к зарплатам вашим и ваших коллег. Это очень важно. С Днем медицинского работника!